вот рылись. А он говорит, есть стыдные роли, но я сам не скажу. Вот вы найдите. Мы залезли в интернет и обнаружили реально две. Ну, как бы стыдными я бы их не назвал, но явно случайные. Кого он играл? Один был какой-то фильм, где он играл какого-то отдыхающего в санатории, снятый в самые голодные 90-е годы, когда не было вообще никакой работы, и он жутко не стеснялся. И вторая какая-то неудачная комедия, уже не помню что. Но если вы копнете любого нашего большого артиста, такой рюкзак, вы увидите столько, чего можно стыдиться. И он в этом смысле действительно уникален. Но это частично, я думаю, везение, а частично его крайне трепетное отношение к выбору.